Благотворительный фонд «Константа» организовал встречу детей-сирот с популярным блогером и путешественником Иваном Колобовым. Целью мероприятия было не столько простое общение, сколько пробудить желание жить активной жизнью. В свои 27 лет блогер Иван Колобов, проживающий в Ленинградской области, объездил пол России. Побывал во многих зарубежных странах, десятки раз участвовал в бардовских фестивалях, где исполнял песни на русском и французском языке, которые он еще и преподает. Он даже летал на самолете с инструктором, причем управляя им как второй пилот. В общем, молодой человек живет насыщенной жизнью, несмотря на то, что он незрячий. Каждый человек решает сам для себя, да, чем, как ему себя вести в этой жизни, и несмотря на какие-то особенности. Приехав в Тверь, Иван встретился в центре «Мой бизнес» со студентами, выпускниками детских домов, участниками проекта «Энергия», который реализует благотворительный фонд «Константа». Изначально суть диалога определили так – мотивация и как ее найти. Для ребят это важно, так как все-таки они, многие из них, мотивации не имеют или не видят все-таки. Здесь живой пример человека, который столкнулся с еще большей проблемой, да, там, со здоровьем, потому что это ограничение, скажем так, серьезное в жизни, да, там, но при этом не повесил руки, да, там, и не сдался. Он дальше развивается и живет полной жизнью. Все это очень актуально для студентов-сирот, на которых и рассчитан проект «Энергия» фонда «Константа». 5 лет назад начиналось все с привлечения ребят к спорту и здоровому образу жизни. А потом диапазон работы увеличился. Фонд помогает ребятам расширить кругозор, обрести уверенность в себе, найти новых друзей, интересную работу. И здесь важны реальные жизненные примеры, как, например, Иван Колобов.